Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Друзья, вчера я создала новостной чат ВКонтакте. Вот, вчера вот 2021. Так вот, я поставила логотип. Значит, где я буду делиться проектами, которые находятся на предстарте. Вот у меня 8 человек уже. Я насильно никого не добавляла. Боже избави. Кто захотел, тот присоединился. Как вот начали добавляться, кого заинтересовало. Вот. Как я уже сказала, буду делиться информацией, которые проекты находятся на предстарте. Которые проекты платят. Все подряд я в чат добавлять, конечно, не буду. Спамом заниматься, конечно, я не люблю. Но буду выкладывать скриншоты выплат. Ну и проектами, естественно. Значит, ну и в чате категорически запрещено использование ненормативной лексики, хамство, оскорбление, реклама других проектов и ссылки. Вот. Также можно здесь делиться своими результатами, выплатами, задавать вопросы, потому что мне партнеры многие задают вопросы, и на YouTube-канале мне легче, например, сделать скриншот, бывает, и как бы показать человеку, да, ну, ответить на вопрос. Если я нахожусь в данном проекте, и я могу чем-то помочь, конечно, я отвечу на вопросы. Вот такой вот я создала чат. Все проекты, как я уже сказала, туда выкладывать не буду, потому что у меня проектов много, и в основном я вот здесь вот выплатами как бы делюсь, скриншоты выкладываю, да, ну и буду выкладывать в чате. Вот. Далее что, друзья, у меня есть Google группа создана. Вот, называется информационная группа заработки в интернете, реклама проектов. Также я разослала приглашение. Насильно я никого сюда не добавляла, боже избави. Вот, кто захотел, тот присоединился. И у меня порядком где-то, ну, человек 40 есть в группе. Вот. Также добавляются, опять же, люди и рекламируют свои проекты. Я всех добавляю. Я знаю, как трудно в интернете зарабатывать и работать в одиночку. Вот видите, уже как бы потихонечку люди начинают тоже рекламить свои проекты. Вот. Кому интересно, присоединяйтесь. Как добавлять, рекламить проекты? Вот здесь новая тема. Вы нажмете. Сюда даете объявление. Сюда тема, заголовок. Что вы будете рекламить. Можно прикрепить файл. Вот. И нажать опубликовать. И как бы участники получат уведомление. Вот. О рекламе. Ну, в принципе, на этом все. Вот как-то так я вот создала и группу, и чат новостной. Кому интересно, присоединяемся. Ну, друзья, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.